Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Сегодня у нас есть необыкновенная возможность пригласить вас на незабываемое событие, которое буквально через полтора месяца будет проходить в Одессе. Это первый международный симпозиум по тромбозу и гемостазу. Мы специально выбрали такое время, самое лучшее в Одессе время, это конец сентября, начало октября. За спиной у меня находится Одесский морской порт, Потемкинская лестница, рядом Приморский бульвар, Дюк де Ришелье. И мы пользуемся очередной возможностью пригласить наших специалистов по анестезиологии, интенсивной терапии и, в частности, по, специалистов по проблеме нарушения системы гемостаза к нам в Одессу. Это знаковое событие мы готовили уже на протяжении нескольких лет, и к нам приедут удивительные специалисты, такие как один из главных гемостезиологов Европы, профессор Чарльз Марк Самама из Парижа, Франция, Жан-Франсуа Швед из Монпелье, тоже Франция, профессор фон Хайман из Берлина, Германия. Кроме того, будут удивительные специалисты из Украины. Всем вам хорошо известный профессор Борис Михайлович Тадуров, директор Института сердца из Киева. Профессор Екатерина Николаевна Амосова, ведущий кардиолог нашей страны, также из Киева. Профессор Василий Захарович Нетяженко, ведущий терапевт, кардиолог, также из Киева. Кроме того, к нам приедут и другие гости, хорошо известные уже в Одессе и в Украине, ведущий гемостезиолог, профессор Иван Ларионович Тютрин, это профессор Владимир Васильевич Удуд и многие-многие другие, порядка 30 специалистов в области изучения проблем гемостаза и тромбозов, которые поделятся своим уникальным опытом с вами, дорогие друзья. Мы очень рады тому, что в очередной раз Одесский национальный медицинский университет поддерживает нас и будет выступать вместе с нами как соучредитель. Мы рады тому, что медицинская образовательная платформа MedVoice будет главным организатором этого мероприятия. Мы уже сказали о том, что мы выбрали специально такое время, именно бархатный сезон, чтобы вы приехали и насладились нашим удивительным городом, этой замечательной обстановкой. Вы можете в это время побывать в наших театрах, в музеях, посмотреть архитектуру нашего города и насладиться просто общением друг с другом. Милости просим к нам в Одессу, мы рады вас всех приветствовать у нас.